10 лет назад, 23 года, я оказался в тюрьме. Конечно, я был не виноват, как и все, кто окружали меня. Я стал сотрудником СИН, офицером. За эти годы я хорошо изучил законы, по которым живет зона. А читая мои книги, вы окажетесь на режимной территории одной из самых закрытых систем страны. Вы узнаете истории людей, которые еще вчера жили рядом с вами, а сегодня вынуждены строго соблюдать правила внутреннего распорядка. А самые жестокие законы диктует общество подростков воспитательных колоний. В каких семьях росли будущие распространители наркотиков? Как с первого взгляда распознать насильника? Как разговаривать с хулиганами так, чтобы они вас услышали? Вы удивитесь, узная, о чем мечтают эти ребята, о чем они разговаривают между собой. Истории из книги продолжаются прямо сейчас. Прототипы главных героев до сих пор выходят на построение отряда. Хавают баланду, метут находки. Некоторые из них освободились и вернулись на учебу в школу рядом с вашим домом.